В городскую больницу Лангепаса поступило новое оборудование. 5 современных аппаратов УЗИ корейского и российского производства. Врачи уже приступили к работе. Сюжет наших коллег. В кабинете полная тишина, свет приглушен, все внимание на экран. Здесь идет обследование пациента на новом аппарате УЗИ. Ультразвуковое исследование проводится на специальном аппарате сонографии. Поскольку УЗИ является одним из самых безопасных видов исследования, его применяют и для осмотра беременных женщин. Всего в городскую больницу поступило 5 аппаратов – 3 стационарных и 2 мобильных. Вот этот аппарат предназначен для обследования на месте. То есть, если пациент не транспортабельный, мы его смотрим в отделении на его кроваточке. 66 поперечный. 22 стенка в просвете конкретно. Что касается стационарных аппаратов УЗИ, один из них установлен в городской поликлинике, 2 в стационарном отделении городской больницы. Если раньше мы измеряли прям с кнопками, а здесь одна кнопка нажимаешь, аппарат сам все вычисляет, это все проценты, утолщение, не утолщение, это все покажет аппарат. Ну, на этом плане лучше здесь, чем старые аппараты. Ультразвуковая диагностика построена на принципе эхолокации. Специальное устройство посылает ультразвуковой сигнал, направленный на обследуемый орган. Оборудование корейского и отечественного производства. Приобретено за счет средств окружного бюджета в рамках национального проекта. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров. Наши города.